Зов джунглей прошел в Фок-Дельфин. Для детских команд организовали квест-игру. В квесте приняли участие более сотни ребят. Их задачей было найти таинственный сундук с сокровищами. Для этого необходимо было проявить смекалку, ловкость и командную взаимовыручку. Первыми, кто успешно прошел все испытания и отыскал заветный сундук, стали ребята из спортивной секции плавания, которые в эти дни тренируются и отдыхают в загородном лагере «Огонек». Им и достался главный приз. Остальные ребята шли по пятам победителей и отстали совсем чуть-чуть. Все они получили подарки.